Так, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Микрофон работает, картинка есть. Так, начинаем новый стрим. И сначала, как всегда, проверяем, работает или не работает. Проверка ут. Проверка ВК. Проверка ВК-2. Так, все везде работает. Поехали. Проверка ВК-2. Если есть желание что-то сказать, пожелать, возразить, работает. Поехали. Проверка ВК-2. Просто пишем сообщение под видео и все. Оно попадает на экран. Также наверху бегают буковки. Если хотите попасть голосом, тогда либо переходим по донатной ссылке и отправляем, например, видео. Или записываем на микрофон там свое сообщение. Либо просто звоним на Viber, Телегу, WhatsApp. Лучше на WhatsApp. И тогда я вот так возьму, поставлю телефон, и мы будем вас слушать. Большей части. Про видео. Если вы хотите показать нам какой-нибудь видеоролик, то вы просто-напросто переходите по донатной ссылке, делаете донат, и специальное поле, куда вставлять ссылки с YouTube, вставляете ссылку на свое видео. И оно попадает во время стрима без какой-либо цензуры на экран. И мы все его смотрим. Да, донат придется сделать побольше. Но, как говорится, за все нужно платить. Что еще у нас там есть? Ну, в принципе, и все. Поэтому переходим к вопросу, который вы мне присылали. Первым вопросом, ну, сначала немножко предыстории. Так получилось, что пару дней я в телегу не заходил от слова совсем. Так, кто-нибудь что-нибудь лично мне напишет, то есть воспользуется устаревшим и уже, наверное, давно никем не используемым функционалом телеги как мессенджер.
Вот да, когда заходил, читал сообщения, которые мне прислали, писал ответ. Ну а новости не читал. Тут пришел донат, в котором все пропало. И как всегда забыли ссылку. Зашел в телегу, посмотрел, и на самом деле все пропало. Все патриотично настроенные блогеры с выключенным мозгом писали, что пришло от батальона, то от дивизии. Причем дивизию отправили самую-самую зверскую. И она уже почти половину Белгородской области захватила. Но потом, правда, выяснилось, что в дивизии было 50-60 человек. Живых осталось то ли двое, то ли трое. И самым мощным успехом был захват поселкового клуба. Что в свою очередь говорит о качестве телеги как новостного источника. Любой хайпажор может создать свой канал и писать все, что он задумал. Но если писать только правду, то подписчиков ты не заработаешь. А слово совсем. Поэтому пришло официальное сообщение, что напало 10 человек, все пишут 100 человек. Соответственно, те, кто увидели первое сообщение о 100 человеках, будут писать 1000 человек. О том, что-то там прилетит, улетит. Ну, они же все так боятся всего, включая окружающий мир, что записки, полковники, а еще лучше два полковника и полмайора, капитанчики, ветеранчики, тревожные чемоданчики, кто угодно. Но 99% забывают указать, кто он есть на самом деле и почему ему нужно верить. Зато советов Генеральному штабу, Министерству обороны, Шойгу лично больше, чем постов в телеге, включая 5-6 соседних каналов. И вот что интересно заметил, чем больше шумит, тем чем радикальнее такой канал, тем больше в нем анонимность. И это не только в стиле. Нет, когда на Ютубе Жук Климов приглашает Реми Майнера, или как-то там, чтобы вместе с ним побухтеть про наступающий капитализм, тут все понятно. Если этот Реми Майнер напишет свое настоящее имя, то любой желающий, кто решит ознакомиться с его биографией, узнает, что данный персонаж обычный гопник. Сидел за торговлю наркотиками, сидел за торговлю оружием, сидел за хулиганство, сидел за похищение людей. И последние 2-3 ходки он был обычным стукачом. Ну а что такому персонажу делать сейчас? Кричать вместе с Жуком Климовым, что капитализм наступает. Что если бы не капитализм, то ого-го. А так, ничего поделать с этим нельзя.
Ну и в телеге та же самая картина. Как только проходит какая-нибудь деанонимизация, какой-нибудь очередной двуперстный полковник всплывает со своим настоящим именем, фамилией, тут же выясняется, что этот полковник был полковником только в своих мечтах. А на практике какой-нибудь в лучшем случае мажор, а в худшем мошенник, барыга, руководитель пресс-службы какой-нибудь области в ЛДПР. Ну и, соответственно, к службе в вооруженных силах, к познанию военных искусств. Ну, если только в далеком детстве одевал противогаз и разбирал автомат Калашникова в школе на уроках военной подготовки. Если персонаж достаточно старый для этого. Ну, а как практика, скорее всего, обходились и без этого. Так, посмотрел 5 раз Терминатора и 4 раза Рэмбо, первую кровь. Поэтому контрнаступление сдулось. Артемовск наш. Единственную шумиху по поводу контрнаступления подняли только патриотично настроенные блогеры, которые по своей сути являются обычными хайпажорами, продавцами ЛГБТ-финок и комплектов мужского исподнего. Ну да ладно. Просто какой Павлик Дуров, такая и телега. Тот пишет цитаты из Аврели в своей инсте, немножко не проверив, была ли такая цитата на самом деле. И эти то же самое. Но переходим к следующему вопросу. А следующий вопрос у нас: ФАС проверит абсосов на предмет микрозаймов. Если честно, договор со своим оператором сотовой связи не читал, даже когда он был на руках в бумажном виде. Но тут выясняется, что мой абсос прописал возможность получения микрозаймов с помощью моего мобильного телефона. То есть, чтобы получить микрозайм, нужно отправить какую-то смс на какой-то номер и личного визита с паспортом совсем не нужно будет. По той причине, что все это прописано в договоре. И Федеральная антимонопольная служба решила проверить эту ерунду и по возможности наказать. Посмотрим, что из этого будет. Уже проверяли телеги на предмет платежей, теперь абсосов на предмет микрозаймов. Ну а результата как такового особо и не видно. Разве да. В телеге финок стало меньше. Правда, микрозаймов стало больше. Ну да ладно. Посмотрим, что там до карта. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило судью из Международного уголовного суда, что находится в Гааге, в розыск.
Данный судья выписал ордер на арест царя-батюшки за то, что тот вместе с какой-то теткой вывозил детей из Украины в Россию. После того, как розыск был объявлен, судья начал истерить, биться в подучий и просить защитить его от российского произвола. Ну, я думаю, вряд ли что-то грозит этому судье, если, разумеется, он не решит посетить с какой-нибудь туристической поездкой, например, по России. Ну и в этом случае, скорее всего, его поймут и простят, а где-нибудь на Ютубе появится видео, где данный судья на русском языке поет какую-нибудь старую советскую военную песню и пытается объяснить, что он здесь ни при чем, его заставил. На самом деле все было совсем по-другому и совсем не так. Просто его немножко не поняли. Но реакция судьи, да, интересна, намного интереснее, чем розыск этого самого судьи из Гааги. Но, к сожалению, Россия не Израиль времен расцвета Моссада, и вряд ли Министерство внутренних дел Российской Федерации отправит каких-нибудь агентов, чтобы этого судью из Гааги привезли в Москву и предали гласному суду. Такое, конечно, возможно, но, скорее всего, в каком-нибудь американском боевике про российский произвол. Или что-нибудь тому подобное. Также сообщают, что Ростелеком перестал открывать импортные сайты. Если честно, я подумал, что он так случайно совпал, что антизапретное VPN-овское приложение в моем браузере перестало работать. Захожу в настройки. Да, отказ получить пак-файл сайта. Что-то все недоступно. Потом iTunes. Я вижу обновление, можно его скачать и после этого вылетает. Вернее, после того, как нажимаю кнопочку обновить. Ну, зашел на антизапрет, убрал это приложение. И все импортные сайты обратно начали работать. А как сообщают новостные источники, Ростелеком в курсе и вчера еще все восстановил. Но я не могу сказать, восстановил это Ростелеком или моя настройка заработала. Если честно, думал, придется фотографии с компьютера перекидывать в телефон, чтобы опубликовать в Инстаграме фотографии с анонсом этого стрима. Ну нет, все заработало, все сделал, без каких-либо пересылок фотографий туда-сюда и обратно. Как-то оно вот так. Но в любом случае, ссылочки на разные интересные сайты нужно держать так, чтобы их можно было в случае чего открыть. Не в том смысле,
просто ссылочки на какую-нибудь инсту или еще что-нибудь заблокировано. Нет, а на тот же антизапрет VPN открываются они нормально. Ну, в случае чего. В случае чего, просто в случае чего. Изменит номер порта. Надо будет зайти, узнать новый адресок, скопировать старое место настройки. Как-то так. Ну, стрим практически подошел к концу, и осталась киносериальная часть. Честно говорю, тестировал, проверял. Если онлайна нету, то видеоролик с трейлером проходит нормально. Поэтому киносериальные части. На сериальной части сегодня сериал «Спящий». Да, не самый свежий сериал, по-моему, первый сезон в 2017 году был. Но в любом случае пересмотрел. Когда начинал смотреть, в каком году там второй сезон вышел, что-то у меня как-то не зашел, поэтому пересмотрел первый сезон и решил посмотреть, чем закончилась история во втором сезоне, и посмотрел заодно и второй сезон. Но, если честно, куча вопросов осталось. Первый сезон рассказывает нам о сотруднике Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, который 15 лет служил на Ближнем Востоке, Ливии, Сирии, прочее. После того, как посольство, в котором он находился, попал под раздачу душман, вернулся в Россию. Продолжил службу в антитеррористическом бюро. В той же самой Федеральной службе безопасности. И поступает сигнал о том, что вот-вот, не сегодня, а завтра будет бабах, и надо всех спасать. И человек спасает. Кстати, трейлер. Добро пожаловать домой. Спасибо. Товарищи офицеры, представляю вам полковника Родионова. Андрей Викторович, у нас специалист по Ближнему Востоку. Антитеррористическая деятельность. Заказчик не проявлялся? Пока нет. Операция должна начаться через 3 часа. Нужно разбудить спящих. Я открыто заявляю, что газовый контракт между Россией и Китаем наносит удар по безопасности России. Я должен опубликовать это первым. Вы вообще понимаете, что происходит? 3000 публикаций на Фейсбуке. А потом бац, и ВОЗ совершает ошибку. И теперь вместо того, чтобы заниматься внутренним расследованием, вы ищете каких-то мнимых шпионов в МИДе. Антитеррористической операцией прикроетесь? Красавец. Он просто наш родной российский Джеймс Бонд. Женился? Ну, как планирует. Кому семья, кому служба. Потрясающе выглядишь. Ты никогда никого не любила, Кира. Иван, я так больше не могу. Я уверен, что настоящий круг где-то в конторе. Я не знаю, кому доверять. Подготовить и провести такую операцию может только 3 службы в мире. Спящие. Да, такие, как я, вернули себе страну. И такие, как я, будем... Сериал отличный, но как итог, да, есть спящие агенты. То есть люди, которых завербовали 15-20 лет назад, и после этого их никто не трогал. И тут они получают смс-ку, пора просыпаться.
кто-то министр, кто-то замминистра, кто-то наемный убийца, кто-то бандос, кто-то еще не пойми кто. И вот они все начинают делать это, делать то. Как-то их выслеживают, как-то отлавливают, как-то отстреливают. И как результат мы видим, что вся эта шпионская игра была затеяна просто не для того, чтобы ЦРУ что-то там получило, а просто чтобы один китайский магнат смог занять место своего предшественника, которого в результате этой самой игры ликвидировали. Все главные герои, как положительные, так и отрицательные, либо сбежали на Украину, либо были уволены из Федеральной службы безопасности и переведены работать банковским служащим на ту же самую Украину. Либо просто сели за решетку. Начал смотреть второй сезон. Главный герой из украинского банковского служащего уже сидит в Москва-Сити начальником то ли службы безопасности, то ли отдела кадров, но тоже в банке, в котором 90% бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности. И тут поступает сигнал о том, что агент, которого этот персонаж завербовал 100 лет назад, случайно увидел какую-то ситуацию, в которой что-то угрожает России. Встречаться он будет только с человеком, который его забирковал. И вся вот эта ерунда туда-сюда. Ну и как результат? Спящих агентов никаких нет. То есть если в первой части были спящие агенты, то здесь были две группы душманов, которые то ли китайцы, то ли хачики, приехали как гастарбайтеры, как программисты, как айтишники, сняли квартиру и сидели, ждали сигнала, чтобы ракетой сбить самолет царя-батюшки. А вся основная шумиха по Сирии, по Ливии. И опять же, всех злодеев убили, всех положительных героев тяжело ранили. Как-то оно вот так и получилось. То есть второй сезон не зашел от слова совсем. Местами интересно. Но если первый сезон я могу порекомендовать к просмотру, то второй, только если вам очень хочется посмотреть продолжение. Но продолжение это, да, играют те же самые актеры. Роли с теми же самыми фамилиями. Но общего ничего, вообще ничего нет. Как-то оно вот так. Ну а тем временем стрим подходит к концу. Как делать донаты, вы знаете. Как задавать вопросы, ровно точно так же, как и делать донаты.
просто в поле для сообщения пишите: хочу услышать то-то, то-то, это и это. И по возможности добавляем ссылочку на место, откуда вы услышали, видели этот самый ролик, эту самую новость или что вы там хотите обсудить. Как-то оно вот так. Всем пока. Сегодня среда, значит, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Увидимся с вами в понедельник. Наверное. Если все будет нормально, если вдруг Ростелеком не начнет не открывать уже отечественные сайты. Все. Всем пока. Увидимся чуть позже.